Манекен Гоша – главный герой этого дня. К нему приковано все внимание детей. На нем ребятам показывают, как делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Кому-то из них эти знания наверняка пригодятся в реальной жизни. Виталий Бублик работает в поисково-спасательном отряде почти 20 лет и за эти годы убедился, что причиной несчастных случаев чаще всего становится халатность и пренебрежение элементарными мерами предосторожности. Один из сотни бывает случаев, когда в это влияет погода, это камнепады там, или внезапный подъем уровня воды или еще что-то. В основном все травмы, все несчастные случаи из-за невнимательности, из-за, ну, как вам сказать еще, от халатного отношения вот к тому, что они делают. Только из-за этого. Мастер-класс в рамках акции «Каникулы с общественным советом» совместно проводят сотрудники МВД и поискового отряда МЧС. Их задача – сформировать у детей положительный образ сотрудников правоохранительных органов, а также снизить среди ребят число несчастных случаев в летний период. Безусловно, и МВД, и МЧС придают значительное внимание воспитанию подрастающего поколения, популяризации работы спасателя, пожарного, сотрудника полиции. Я считаю, что в наших детях нужно воспитывать и закладывать с самого малого возраста такие знания и навыки. Незнание правил дорожного движения – одна из самых распространенных причин детского травматизма. Поэтому для ребят в лагере провели специальную викторину, чтобы в игровой форме освежить знания ПДД. А после всех занятий ребятам вручили сладкие подарки от общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии. После таких мероприятий дети ведут себя более сдержанно, дисциплинированно. Также, когда они выходят на экскурсии, они уже ведут себя более ответственно и спокойно. Большие мальчики, девочки приглядывают за малышами и нам очень сильно помогают. Мы бы хотели, чтобы и дальше, даже на каждом потоке, проводились подобные мероприятия. Словом, день в лагере прошел так весело и занимательно, что дети никак не хотели прощаться со своими гостями. Большинство детей моего возраста, младше или старше, ответит, конечно, что это скучно, потому что многие сделают вид, что им интересно, но вряд ли им действительно эта тема заинтересует. Мне очень было интересно, так как это очень важно для всех, потому что если мы не будем этого знать, то мы не сможем спасти кого-то. Если мы окажемся в чрезвычайной ситуации, дети, которые не слушали, будут жалеть об этом. Амина Шаманова, Радамир Князев, Архыз 24.